Весной нужно ходить в платьях. И вовсе не обязательно бежать за ними в магазин. Смотришь в шкаф и нечего надеть. А в магазинах очень дорого. Отличный вариант сшить платье, и я никогда это не делала. Главная хитрость – выбор ткани гофре. Эта ткань идеально подойдет для нашего платья. Не нужно будет никаких выточек, и она идеально сядет по фигуре. Ну, а к тому же направление вот этих складок можно сделать разным, и платье от этого только выиграет. Платье будет завышенной талией и расклешенной юбкой с запахом. Такой фасон подойдет для любой фигуры. Сначала делаем верх. Вырезаем из гофре две полоски длиной 75 сантиметров и шириной 30 сантиметров. В середине каждой полоски завязываем узел. Теперь снимаем единственную мерку – обхват под грудью и кроим юбку. К мерке прибавляем 20 сантиметров для запаха. Получившуюся длину отмеряем в углу отреза ткани. Вот так. Вырезаем. От линии отреза лучами откладываем длину юбки. Соединяем все точки и отрезаем. Низ платья готов. А что у нас будет дальше? Верх платья мы сделали, юбку тоже вырезали. Теперь самое главное его собрать. Основой платья будет трикотажная резинка. Ее мы крепим на уровне шва и на уровне нашей мерки. Сначала прикладываем к резинке верх платья. Затем низ с нахлёстом. Это запах. Делаем на машинке один единственный шов. Платье готово. Мне очень нравится то, что получилось, поэтому теперь, не знаю, чтобы поднимало настроение, весной это я буду носить только это платье. Отрез ткани, резинка, новое нарядное платье шьется за полчаса. Можно подчеркнуть талию поясом. Вот и все. Осталось придумать, куда в нем пойти. Анастасия Сизая, Сергей Шилин, Первый канал.